Вы делаете что-нибудь, чтобы не заболеть коронавирусом? Профилактику конечно. Какую-то? Что вы делаете? Обрабатываю септицидом руки после каждого контакта. Ношу маску в общественном транспорте на работе. Ясно, как настроение. Ну и поменьше выхожу вообще на улицу, только за продуктами и собаку вожу. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, какие у вас вот меры профилактики коронавирусной инфекции? Профилактика, маска на руку. Мне, наверное, повезло, как немногим. У меня дома свой министр здравоохранения в лице работника аптеки. То бишь, принимаем кое-какие препараты, антисептиками, обрабатываем руки, машину иногда обрабатываю. Второе, профилактика. Все-таки нам надо немножко находиться на расстоянии друг от друга, меньше скучиваться, гулять, балдеть и так далее. То есть это все-таки вирус. Надо самим предохраняться. Ну и самое главное, наверное, особенно для молодежи, здоровый образ жизни. Какова у вас профилактика коронавирусной инфекции? Что вы делаете для себя, для своих близких? Мы? Ничего. Ну там руки антисептиком, например, даже протирать. Даже этого не делаю я. То есть вы ведете прежний образ жизни? Да, вообще не даже не обращаю внимания на него, как бы, да. Я пью жидкость, много жидкости, маску ношу в троллейбусах, обязательно в автобусах. Ну, руки обязательно мою, это самое первое, что надо делать. Отказались от чего-то в жизни? Например, от встречи с друзьями, посещения общественных мест? Что еще изменилось? Конечно, меньше хожу в кафешки всякие. Ну, вот так вот. В магазины почти не хожу. Закупаюсь на месяц и все. Ну, во-первых, самоизоляция – это раз. Руки моем постоянно. Дезинфицирующие средства вот с собой носим 3. Ну и все остальное. В доме уборку стараемся делать. Просто по необходимости вышла. А так стараюсь. Маму старенькую к себе забрала тоже. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот вы молодец, вы ходите в маске. Что вы еще делаете для профилактики коронавирусной инфекции? Септиком руки, перчатка беру за дверки, за дверную ручку. Ну, так протираю дом периодически антисептиком. Меньше ходите в общественные места или как раньше? Вы знаете, это потому что на Пушкина поликлинику. А так вообще-то стараюсь избегать общественных мест. Нет, я не посещаю места общественного скопления сейчас, потому что такая обстановка, ну, пока повременим.